Нашли спустя два дня после исчезновения. Родственники обнаружили тело 11-летней девочки из села Карагаш Слободзейского района, утонувшей в Днестре. Несовершеннолетняя пошла на реку с отцом, дядей и двоюродной сестрой. Пока взрослые сидели на пляже, девочки решили искупаться. Вскоре мимо проплыла лодка. Образовавшаяся в итоге волна отбросила купающихся на берег, а одну из девочек унесло течением. Другая тут же сообщила об этом взрослым. Они кинулись искать ребенка, но безуспешно. Тело обнаружили лишь в понедельник утром. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.